недавно день рождения нашего замечательного музыканта Жени Позднякова. Для Женечки, да, давай. Который мы проводили в гараж-сарае на Васильевском острове. И тут как раз встретились два ансамбля, с которыми я работаю уже какое-то время. Значит, один ансамбль – это Лёня Лужерон, второй ансамбль – это Северок. И их объединяет то, что в обоих играет Женя. Один и тот же ударник – Женя Позняков. Вот я написал такие стихи. Сегодня встреча вдруг двух ансамблей. Здесь Лонжерон и Северок. То, как стыковка двух кораблей, а мостик Женя Позняков. Ведь он сегодня именинник, из кухни просто дым идет. Ему сегодня не полтинник, а всего 42 года, а просто юбилейный год. Любые ритмы нам подвластны, любые танцы по плечу. Мы счастье дарим всем несчастным. Я осчастливить мир хочу. Одно лишь есть у нас лекарство. То второй старый добрый рок-н-ролл. Бродягу возведет на царство, а негодяя вгонит в пол. Да. Небольшое замечание, Вадик. Его фамилия без «Д» пишется. Позняков. Что? Без «Д». Буквы «Д» нет у него. Да? Да. Что ты знал? Что ты знал? Позняков. Его фамилия Позняков. Позняков? Позняков. Его без «Д». Да. Ну, чтобы я просто увидел. Да, ну, это мелочь, это мелочь. Да, да, да. Ну, это мелочь. А я ему открытку написал с буквой «Д». Ну, это, я еще раз говорю, его Позняков. ВКонтакте. ВКонтакте. Ну, надо же неофициально говорить. Позняков без «Д». Без «Д», без «Д». Ну, чтобы ты знал, и все. Без «Д».